они... У меня автомат по-другому. Другой совсем. Система другая. Поэтому я его... А там как это? Чё ты? Я ем чё? Да я вот тоже всем говорю, чё? Чё людям мешает брать, есть и смотреть? Андрей, пойди возьми и будь заодно всё. Ну да. Снимать иди на шампурец. Наше кафе работает и на вынос, пожалуйста, если кто-то желает кушать и пить, и заодно смотреть на это шоу, тоже есть такая возможность. Да ладно! Как так? А она сразу хочет? Ну да. Ну а что? Хотеть-то можно? А почему нет? Там мягкое все. Как-то мягкое? Бутеров. У него резины нету для этого грунта. Бутеров. Да как на грунта? Мороз. Ну да. Потом назад сдать и все. Блин, от стороны так как все легко, а там по зоопарке все время. Какая вторая? Ты что творишь? Да, еще переключается на время. Вот нас выбивает первая, но так и нет. Нет. Есть гелик, даже и не, вообще не почувствую. Это тур-тур-тур-тур на первом. Нет, натяг я один ноги. Натяг, я уверен, не выйдет, даже на блокировке. Он тяжелый очень. Выйдет. Да. С разгона выйдет, может, а так натяг не выйдет. Все, вывесил. Это покушение было. Еще раз говорю. По направлению движения автомобиля, ближе чем 5-6 метров, операторы, не стойте. Либо стойте в стороне. Отойдите, отойдите, отойдите.